первого дня пятилетки трудиться ритмично, с полной отдачей сил. Во многих коллективах промышленных предприятий страны этот девиз стал законом рабочей жизни. На Череповецком металлургическом комбинате вторую электропечь обслуживает бригада Владимира Чупилова. В прошлом году ей дважды присваивалось почетное звание лучшей бригады сталеваров черной металлургии СССР. Бригадир Владимир Петрович Чупилов говорит, что добиваться успехов ему помогает соревнование со знатным сталеваром Липецкой Магнитки, героем социалистического труда Озеровым. Озеров – учитель Чупилова. Но сегодня впереди идет ученик. Уже свыше 7 тысяч тонн стали записала на сверхплановый счет пятилетки бригада Чупилова.